Добрый день, дорогие подписчики! Сейчас мы с вами посмотрим на санки-коляски фирмы Ника. Модель называется «Наши детки 2». В наличии много разных цветов, но посмотрим именно на голубенький. Все цвета, которые вы можете заказать, вы можете посмотреть на нашем сайте, либо написать мне в директ. Давайте посмотрим поподробнее. Материал здесь выполнен под плащевку, следовательно, он не продуваемый, не промокаемый. Козыречек опускается максимально. Здесь у вас есть, ну как вам объяснить, такая меховушечка очень красивая. Сзади у вас есть смотровое окошко. Вы всегда можете подглядеть за своим малышом. Если что, оно у вас закрывается и фиксируется. Также у вас здесь есть дождевичок. Сразу хочу сказать, у меня точно такие же санки. Дождевик зимой дубеет, прям дубеет. И стоит вот так колом. Никакой ветер вам не задует, 100%. Если вам не нужен дождевик, можете спокойно его отстегнуть. Дальше. Накидка на ножки у вас идет с таким принтом. Все с принтом и все очень красивые. Здесь также меховушечка. Если что, можете отогнуть, если не нужно. Дальше. Крепится все на обычные липучки. Убираем. Пристегивается, если что, накидка на ножки на липучках снизу. То есть ножки засовываете сюда и залепляете. Внутренность. Посмотрите на внутренность. Утеплители везде присутствуют. Вашему малышу 100% будет тепло. Здесь такие снежиночки изображены. Также идут пятиточные ремни безопасности, накладки на плечики и межпаховая накладочка всегда присутствует. Подножка регулируется. Сейчас она напущена вниз. Можете зафиксировать, поднять ее повыше. Все регулируется просто при помощи этой железяки. Если вдруг здесь что-то запачкали, сразу протерли, никакой грязи никогда у вас видно не будет. Дальше, что я вам хотела показать. Спинка у вас что регулируется при помощи механизма. Натягиваете рычажочек, спинка поднимается. Также натягиваете, спинка опускается. Три уровня наклона у вас здесь идет. Также в комплекте есть сумка, цвет колясочки и вот такие варежки муфта. Варежки у вас идут утепленные. 100% мамочке будет тепло. Дальше сейчас покажу вам. Как перекидывается ручка? Смотрите, натягивается два клапана. Ручка у вас перекидывается в другую сторону. И если что, фиксируется. Вот так. Но сразу хочу сказать, когда вы ручку перекидываете, заезжать на поребрик, надавливая сильно-сильно на раму, ни в коем случае нельзя. Потому что неусиленная рама здесь идет. Если в том состоянии, хоть что делать, а в этом состоянии, обязательно помогайте себе ногой. Обязательно. Дальше перекидываем обратно. Фиксируем. Что касается колес, как они переходят. Нажимаем, поднимаем наверх, они у вас падают. Нажимаем вниз, они у вас фиксируются. На полозьях кататься очень-очень удобно, проедете по любым сугробам. Что касается колес, они у вас идут Ева, пена, вздутая резина, прям мягкие, гнущиеся. Задние, вижу пластик. Через дорогу в основном перебегают на них, а так катаются вот на этих. И что касается складывания самих саночек. Делаете положение лежа, еще ниже опускаете, прям еще ниже. Поднимаете два клапана. Раз, два, там уже был поднят. Опустили. Вот так вот будут выглядеть ваши санки. Я бы сказала, достаточно мало места занимают. Машины 100% лезут. Ждем ваших заказов.